От души приветствуем всех любителей футбола. Думаю, что матч сегодня будет интересный. Думаю, что и комментарий сегодня удастся. Юрий Розанов и Василий Соловьев, то есть мы не первый уже раз работаем вместе. Поэтому, ну вот, надеемся, что у нас получится. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Неймар. Никто не готовил, никто не хочет уступать. Ни одного мяча, ни одного метра. Этот нападающий известен великолепной реализацией момента. Может быть, даже больше 50%. От ворот, от печки, что называется, команда начнет свою атаку со свободного удара от ворот. Подозреваю, что голкипер сейчас поблагодарит защитника. Действительно спас команду. Педро. Ави все умеет. Кроме, может быть, отбора. Но, как говорится, для плеймейкера отбор не очень обязательный. Шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что позиция требует удара по воротам. Хавьер Маскерано уверенно забирает мяч. Ави. Серхио Бускетс. В штрафную площадь, смотрим, и арбитр фиксирует взятие ворот. И вот мяч у ворота вынимает. По-моему, все только и ждали этого гола. От этого парня даже защитники растерялись. Серхио Бускетс. Ави. На ударной позиции игрок Барсы. Серхио Бускетс. Неймар. Думаю, надо бить и забивать. Только что отобрал и сразу же вроде бы потерял. Весьма вероятно, что самый большой километраж набегал сегодня Иньеста. Ну, а что поделать, если он успевает и в атаке, и в обороне. Такой вот он полузащитник. Совершенно резонный свисток арбитра, нарушение правил, Барса пробьет. Это не борьба и не хоккей, господа. В футболе подобные вещи карают штрафными ударами. Ну да, не успевал он за оппонента, поэтому пришлось нарушать. Ну что ж, вариантов тут несколько. Что творит Лионель Месси?
внешне легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. Педро. Да подавай же, уже угловой флажок рядом. Великолепно играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч за пределы поля. Конечно, да. Минимальное количество голов, минимальный перевес. Нас с вами ждет перерыв. И посмотрите, что происходит. Пока что порядок бьет класс. Я надеюсь, ты сделал правильную ставку. Начинается второй тайм. Начинается второй тайм, и мы с вами ждем интересной игры. Банальная фраза, но правда абсолютно. Что творит Лионель Месси? Неймар. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Бей! Чудовищной силы удар, но вратарь на месте. Ави. Тони. Педро. Числом-то атака не так уж и мала. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Из-за боковой. Не так уж далеко от чужих ворот. Посмотрим, что принесет вот это тренерское решение. Педро. Дани Алес. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Короткий пас на Хави. Похоже, атаку трудно. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс. Вот этот удар точно и нужен был, чтобы счет посравнять. Педро. Ари. Вот момент. Смотреть это приятно, когда и движение хорошее, игра в пас поставлена. Не знаю, как будет с результатом, но впечатление визуальное фантастическое. Ари. Что творит Лионель Месси? Очень вперед играет. Но чужой штрафной, это опасно. И обратите внимание, как предлагают себя партнеры, да, какая великолепная работа без мяча. Это красиво, но, как говорится, для девочек. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. И
Давайте подумаем, много ли будет подобных ситуаций, много ли будет подобных шансов отыграться. Вот упущена верная возможность. Решили добавить свежести в действия своих команд. Дани Алвес. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Сон. Может быть, это, думаю, надо бить и забивать. Потрясающе играет защитник, буквально спасает свою команду в очень опасной ситуации. Кто-то и подустал. Иньеста. Дани Алвес. Тут можно сказать, что и на коротке. Пас не удался, и мяч уходит в аут. Пытается не отдать мяч сопернику. Обыкновенно ему это удается. Интересно. Думаю, надо бить и забивать. Вот шанс забить. Сильнейший удар, но это не гол. Голкипер на пути мяча. А уступает-то всего один гол. Гол получился неудачный, и мяч уже у соперника. Каждый стандарт важнее. После этого свистка нам остается только вспоминать.